Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, что у нас тут за задание? Как думаешь, задирака чем сейчас занимается Эрит? Скорее всего, радуется, что он не здесь и не слышит тебя. Вот бы и мне так. Пойдем устроим что-нибудь опасное. Что может быть более опасным, чем обучение кошмарного пристиголова? Так, повысить уровень кошмарного и поручить кошмарному пристиголову добыть 1,5 миллиона единиц древесины. Мы же вроде бы начали это задание, разве нет? Так, хорош. Давай, парень, за рыбой лети. Так, нам нужна древесина. Нам нужна древесина. Так, друзья мои, ой, посмотри, сколько нужно железа, чтобы его прокачать на 123 уровень. Почти 3000 железа, да вы издеваетесь, ну... Ребят, ну это несправедливо. Это несправедливо, так. Этот Громоль у нас уже 124 уровня. Так, у нас что-нибудь есть у... Йохана? Нету ни шиша. А то, что он мне предлагает, мне не нравится его цена. О, да, ребята. Да, обучение драконов — это захватывающее занятие. Что-то горит? Зацени, забияка, тренировка была такая горячая, что у меня все волосы на спине сгорели. Пфи, ерунда, у меня не только волосы на спине сгорели, но еще я получила вот этот крутой шрам. Да ладно, я тоже хочу такой шрам. Жизнь так несправедлива. Я тебе говорил, что ты сегодня чудесно пахнешь, моя милая принцесса. Кажется, меня сейчас тошнит. Поздравляю, Сморкала, тебе удалось вызвать у нее отвращение даже быстрее, чем мне. И это ты еще не старался. Правда? Быстрее, чем кому-либо, спасибо. Благодаря любви забияки я готов на любой подвиг. Так, повысить уровень ужасного чудовища до 48 и поручить ужасному чудовищу добывать 1,5 миллиона рыбы. А где у нас... Ему 1,5 миллиона рыбы. Ну что же, ладно. Допустим. Так, у нас тут, опа, 55 рун. Мы с тобой забрали. Значит, подожди секундочку. Ну что ты так подлагиваешь-то, игра? Ну что вот тебе вот все не так и не эдак, а? 187. Отлично, ребята, первая 1000 у нас взята. Для того, чтобы прокачать фейерверк на 123 уровень, нужно 3800. Ну это прям, блин, грабеж средь бела дня, если честно. Но у нас, друзья мои, выбора-то особого нету. Нам придется с вами это делать. Нам придется прокачивать. Ага, это у нас вой, да? Насколько я помню, это вой. Да, это лохматый вой. Пускай идет в ангар. У нас здесь место есть, ребят, но мне жалко его, честно говоря, тратить на каких-то лохматых воев. Сюда на самом деле нужно, знаешь, кого выставить? Всех легендарных... драконов. Кстати, вот этого тоже надо отправить. Нам же рыбу, да? Он же идет класс этих кривоклыков, или как их там величать. Так, заберем здесь древесину. Здесь заберем с тобой. Так, виброн, конечно, очень мало приносит рыбы, друзья мои. Ну, прям вообще мизер. Не все легендарные драконы приносят хороший доход. Вот что я скажу тебе. Не все. Так, вот принцесса гниедов. В принципе, неплохо было бы ее прокачать. Но опять же, не сейчас, друзья мои. Не сейчас. Громилет. Они все около 100 уровня. Так, это все со своими листочками. Все со своими листочками меня тут парит. Так, ну что, парень, у тебя есть? Есть. Давай, лети, собирай. Он полетел.
И обещал вернуться. Так, цветочек это не тот, сори. А где тот, который мне нужен? Так, давай-ка мы этих ребят быстренько прошуршим. Так, это у нас заморозчик. Пускай проверяет драконов. А ты что сидишь, грустишь у меня? Ребятушки, я могу его... Подожди. Блин, древесины не хватает. Древесины не хватает. Так, здесь нам выпадает что? Руны. Так, наладить контакт. А у тебя что? Тоже руны. Вместе. Ну что, вроде бы пока всех отправили. По-моему, можно, ребята, отправляться и на события. События сегодня у нас... Подожди, нет, еще вот тут у нас ребятушки есть. Остальные все пока на заданиях, да, получается? Буйволорд уже тут как тут. Ах, Буйволорд, Буйволорд. Так, и этот парень. Все. Пока все. Давай заберем здесь награды. До новой награды нам... Да нам дофига еще нужно до новой награды. Кстати, ребята, я за кадром, когда вчера или позавчера, вот здесь вот делал обмен. У меня... нужно 2500, а у меня 2100. Тогда нельзя пока. Недостаточно много чешуек для того, чтобы нам с тобой разыграть пак. Но это мелочи жизни. Все со временем сделаем. Ну, я распетрушил, но я таких слабых. Мне просто, ребята, уже жалко было руны тратить, если честно. Поэтому я не стал там добивать. Так, ну что, событие у нас сегодня доступно. И оно вот. Это у нас угроза бух и бах. Как мы видим, события здесь. Вот смотри, здесь дают 5 энергии. Ребят, 5 энергии. Так, а что у нас тут вообще? Руны, руны, почему-то мало рун. И два, слушай, это мариновский пак там. А, героические. Там будут доступны нам героические. Окей. Может быть, ребята, что-нибудь такое хорошее нам и выпадет. Так, давай начнем, наверное, с Живаги этого. Почему я его называю Живага, ребята? Ну, потому что он, знаешь, чавкает, перемалывает, так скажем. Есть, да перемалывался. Так, ну у нас еще, это первая волна, еще будет вторая. А по итогу, видимо, ближе к концу у нас будет аж целых... 3 волны, скорее всего. Так, давай добьем. Звездрык, да, по-моему. Ну и сам кревет. Сделаем так, сделаем вот так. И здесь... Подожди, подожди, пока не добьем. Ага, кислотник. Все-таки это звездрык, получается. Сюда и добьем. Нет. Не добили. А вот теперь все. Ну что же, первая наша рулеточка. И здесь мы с тобой получаем, ну как всегда, у нас начинается с рыбы. И причем с минимального количества. Давай закрываем. И у нас сразу же загадочный пак. Давай, 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 собирай. Так, раз, два, два поединка. После этого мы с тобой заберем 500 тусклого янтаря, потом 2. Почему так мало рун дают? 20 рун, 30 рун. Раньше же вроде бы больше давали, или я что-то путаю? Смотри, последняя волна, здесь почему-то одна волна. Почему так все происходит, а? Так, они вдвоем сейчас сходят. Да хорош ты. Ну а ты куда лезешь? Понятно. Бомбанем, добить сможешь его? Красавчик. Так, вот этого хламона. Они опять вдвоем. Понизил мне... На всех понизил почти, ребят, защиту. Но, молодец.
Барсик рулит. Так, а у него, ребята, фул энергия. Сейчас что-то, наверное, сделает, да? Ух ты! Какой у тебя топовый удар, а? Огненная вспышка. Или, я бы сказал, наверное, огненное дыхание. Так, очередная рулеточка. И здесь... Блин, а почему... Не два, не три, ребята, а именно один. Именно один выпадает. Ладно. Так, это получается раз, два, три. Но мы с тобой дойдем только до 20 рун. Получается так. Этого я трогать пока не буду. Я начну с розы. Это меня мало всего беспокоит. Блин, вот алая плеть. Это, конечно, бесявый. Так, ну что, этот у нас... Блин, ну несмотря на это, ребята, у нас у Барсика уже... Здоровья мало. Это у нас болотник, и он, ребят, ну что он делает? Ну да, он на себя вешает, как всегда, щиты. Вот, либо отхиливается. Так, вторая волна. А здесь водореза, здесь громобой. Здесь два водореза и громобой. Так, ну... Пум-пум-пум. Громобой зеленый, ребята. Из разряда стражей, значит, у него нету массовой атаки. У него есть одиночная атака. Заблокирует нам, используя заклинание. Тем более он промахивается вообще. Теперь пора бомбануть. Так, со своими пузырями, а. Так, громобой, не лезь, пожалуйста, сюда, а. Давай, наверное, вот так сделаем. Через отхил. И укусим. Так, в атаку. И добиваем. Древесина, да? 75 миллионов. Так, забираем с тобой 500 тусклого янтаря. И переходим. Раз, два. Ну да, раз, два. А сколько вообще будет? Раз, два. Это мы вот с тобой здесь закончим. Значит, отсюда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, ребята, это событие у нас на три заходки. То есть по 5 энергии нам придется 3 раза заходить и... В этом случае мы пройдем. Но это, опять же, нужно каждый день, ребят, заходить, чтобы не упустить этот момент. И, ну, пока в отпуске можно, ребята, заходить. Я иногда периодически даже в драконах стал почаще заходить. За кадром собирать ресурсы и тому подобное. Вот. И иди ты в баню. Усиливай тут себе атаку. И также в черепашках, ребята, происходит дела. Слушай, ребята, у нас 2 волны, а у меня уже... Здоровья, блин, не осталось. Ну-ка, хиляй. Блин, все равно слабо хильнулись. А он все равно сейчас сюда будет бомбить. Фух. Ну, это просто, ребята, фартануло. Так, они опять тут вдвоем. Слушай, ну тут, ребята, без разницы, кого бомбить. Они оба имеют разбег. Они оба оглушают. Поэтому что этого бомбить... Как говорится, без разницы, кого бомбить. Главное, уничтожить вообще. Хорош. На, получи. Готов. И опять древесина. И опять древесина. Так, ладно. Ну что, ребятушки, у нас... Ага. Это последний же поединок получается, да, у нас? Так, прихвостень и пристиголовый, да? По идее, я смогу распетрушить быстро очень вот этого. Но прихвостень при этом накопит энергию. А тут 2 волны, ребята. Пипец. Ладно, я попробую все-таки. На свой страх и риск. Блин, он с 3 энергии, по-моему, пламя, да, запускает? А, нет. Сделаем так.
Давай просто уничтожим его без применения отхила. А вот, вот здесь уже будем применять, потому что здесь кревет. Да и то, наверное, я потерплю. Я не думаю, что тут будет все критично, хотя... Да нет. Выживем. Выживем. Так, сюда бомбанем. Здесь за счет отхила, ребят, уничтожим этого и... Нанесем урон на этому, плюс еще хильнемся. Последняя волна. Да, этот громовой у нас, ребята, не элитник, поэтому... Он всего лишь одного может лишить возможности кастовать заклинания, так что нормально. Да ладно, опять древесина. Блин, ну по бокам плоды мудрости, по две штуки было, и все равно, ребята, дают нам не то, что надо. Ну что, я забираю с тобой руны. 20 штук, итого 550 у нас будет, да? Так, подожди, а у меня еще энергия, да, одна? Странно. Ребят, как-то странно. Вроде бы должно было бы хватать на 5. Или у нас уже просто успела к этому времени накопиться еще одна энергия. Скорее всего, потому что это шестой поединок. Так, что-то тут. О, опять еще один живаго, ребят. На-ка. Ага. Начнем с тройного удара. Интересно, добьет? Кривоклык его сможет? А-а, не вышло. Так, 215 плюс усиление, ребята, атаки вешает себе. Упс, дело плохо. Дело плохо, потому что этот с усиленной атакой. И у него как раз накопился разбег. Да еще под усилением. Ой, кому-то крышка. Нет. Друзья, Барсик выжил. Он оглушен, но он выжил. Так, что он сейчас планирует? Да нафиг на... Надо было через отхил. Все равно ему кранты. И здесь опять рыба. Ну, посмотри, плод мудрости тут, тут, и он выпадает именно тебе на рыбу. Ну, это специально уже так сделано, скорее всего. Скорее всего, так сделано специально. Так, давай откроем с тобой пак. Древоруб, шторморез, пристиголов. Так, все, да? Такс. Да, ребята, получается, что все. 384, я не знаю, за 384 я, по-моему... О! Постоянно я забываю про этого яркого ужаса. Давай мы его отправим. А кого я хотел прокачать? Я кого-то хотел прокачать. Я еще сказал, постой здесь, не спеши. Из головы моей все вылетело. Может, болтуна качнуть? А, вот. Блин. А на что я рассчитывал-то его? А, вот, вот, ребят. Вот на что я рассчитывал. Я рассчитывал накопить древесину и его отправить. Так, про этого чуть не забыл. Но дает эмблему. Иди тренируй. Ага. Иди тренируйся. Там все забито уже давным-давно. Ты иди тренируйся. Смотри, как крылатый ужас, ребятушки. Блин, да что ты будешь делать-то, а? Ты посмотри тут, сколько нужно железа нам. Там 3000, здесь 2000, там еще 3000. Да. Очень-очень много нужно будет. Конечно, хотел бы еще, ребята, здесь понабивать, но уже давайте, наверное, в следующей серии мы с вами этим займемся, потому что у нас паков на открытие нету. А хотелось бы, да? Я вот единственное не могу понять. А, цветочек еще не успел откатиться после последнего раза, когда я заходил в игру. Все, понял. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.